Кимсик, я тактики знаю, у меня это самое, на магу хрём. Кстати, у тебя тут много этих незнающих? Откуда? Да, полгидии незнающих у меня. Объясним заранее про печать Мактеридона. Угу. Она появляется, нужно хуярить со всей силы, блядь. Да что крафтит, блядь, так, стоит? Так, чики, давай на замену тогда. Мне... Да объясни, крафтит. Флэш хила, оптикс в танка. Пока так будет, ребята, чики, пока сидим на замену. Да, да, окей. Так, пока так будет. Рёбнись фастом. Подожди, у кого танк жирнее, у секси или у оптикса? У меня, наверное. У кого? Флэш у тебя, да? Оптикс. Оптикс. Давай тогда оптикс. Давай танк, это да, оптикс. Флэш в хила. Пойдем пока в 5 хилов и в 3 танка. Так. Все тут, все, пошли трэш чистить. Ну что, замена ливает пока? Да, можете пока ливать, сидите в дискорде, я вас позову. Так, какие там еще способности, напомните мне. Трэш, я трэша помню по составу, что он там делает. Метка Мактеридона. Они теперь на 100 метров взрываются, или на 300. Кто? Бесы, маленькие, по-моему. Мы не должны допустить, чтобы они взрывались, поэтому их будем шотать сразу. Ну я про это, да, что они теперь не мили в зону взрывают, а весь район. Угу, угу. Так они и дамажат всего 10к, а не 40. Они хуйню дамажат там, по-моему. И кастуются 4 секунды, а не 3. Да, бес это вайп. То есть, ну, бес они, я считаю... По-моему, они там уран-гитаристам уменьшили от этих волн. Ну, это я не знаю. Видите, как хэмки трэш не дамажат? Это вот лужи, все лужи стоят и похуй. Они даже не крутили ничего, это с БК остался, то классического. Так и надо делать, нахуй этот трэш нужен, блядь. Босса пришли, убили, блядь. Время тратить еще на этот трэш. Стрим подрубите, пожалуйста, кто-нибудь. Я подрубил. Так с трэша печеньки падают. У Войда и урок всех включен. Я, может, еще на ютубе сейчас постримлю, попозорюсь. А, слышь, там еще изменили вот это проклятие, во время которого кастить нельзя. Оно теперь, по-моему, там на большее количество вешается и намного жестче дамажит, если словить его. Нет, она не дамажит. Она. Получается, нет, если ты кастуешь, она тебя убьет. То есть зависит от количества маны, по-моему, если не ошибаюсь. Так, значит. Дон, ты тактики тоже не знаешь, да? Нет, тактики никаких. Угу, хорошо. Красный бьем, зеленый хилим, блядь. Все как обычно, пацаны, что первый раз, что ли? Ну понятно, рунический удар спамим, и все нормально. Так, я могу прочитать список изменений. Базовый урон сокрушительного удара увеличен на 133%. Таймер сокрушительного удара сокращен с 30 до 15 секунд. То есть это каждые 15 секунд будет закидывать танка? Да. Нихуя себе. А на сколько она висит, эта дотка? Не знаю. Таймер последующего применения печати Мактеридона сокращен с 20 до 15 секунд. Так в смысле, вон, длительность расколоты доспех, вызываемого сокрушительным ударом, да, увеличен вот до 30 сек. То есть каждые 30 секунд... Каждые 15 кастуется удар, а дебаф 30 секунд. Угу. Ну, нормально. Три танка надо? Угу. Да, получается, три танка надо, блядь. Печать теперь поражает одновременно до 5 противников, раньше 3. Печать до 5, раньше 3, блядь, ебанулся, нахуй не надо. Периодический урон, очаг пламенной скверны снижен примерно на 80%. Это которая лужица кидает, да? Наверное. Очаг пламенной скверны теперь наносит урон раз в секунду, а раньше раз в 2 секунды. То есть дамажило раньше там... Теперь в 5 раз меньше дамажит, но чаще в 2 раза. Ну, в принципе, все равно нормально, но... Поменьше урона, да, получается. Базовый урон пульсации скверны снижен на 45%. И что еще раз там? Базовый урон пульсация скверны снижен на 45%. Так, пульсация смесится, что это сейчас? Это гитаристы, скорее всего. Да, наверное, да, это гитаристы. И у... Это как, пульсация скверны теперь срабатывает чаще, раз... В 1 секунду, а раньше раз в 2 секунды. А Булот, ты гитарист? Раз в секунду, да? Да.
Да нет, это скверно, это сейчас просто как бы урон какой-то, который идет, нет, там по рейду. Ладно, давайте как с Райта напиздим, блядь, одно для 300. Темные архидемоны. Периодический урон заклинания проклятия легиона увеличен на 67%. Ого. Это проклятие, отмщение, которое надо использовать. Отмщение теперь увеличивает урон на 20% за стак. Раньше на 10% за стак. Это тоже у архидемонов. Бесы. Базовый урон взрывной финал снижен на 75%. 40 тысяч до 10. Взрывной финал теперь применяется 4 секунды, а раньше 3 секунды. Взрывной финал теперь поражает всех противников в радиусе 200 метров, а раньше 30. То есть ебашит по всем, но меньше в 4 раза, и кастуют они чуть дольше на 1 секунду. Все, магик, все. Убили уже магика? Да. Пульсация скверна — это на второй фазе АУЕшка, которая от него идет. А очаг пламени — это лужи, которые кидаются в течение всего боя. Ну, вот. Так, Дон, ты будешь забирать топорик? Ой, Дон, Невер. А еще самое главное, трэшу надо этот сбивать исцеление, а не залп. Сколько там демонов выходит? 3 или сколько там, не помню. Тут не написано, сколько он гибает. Я помню, 4 гигалиста, потом 3... По-моему, 3 архидемона должно быть. И куча бесов. Бесов там до хера. Надо потестить, а то никто ничего еще не знает. А, вот есть, точно. Ну, свое, что ли? С первого трая убьем. С первого трая убьем? Убьем. Так, тактика. Поехали. Все тут вообще не присутствуют. Тут, короче, не написано, сколько этих выходит гитаристов. Гитаристов что-то нет. Була. Так, значит, смотрите, ребят, по меткам. Так, сейчас секунду. Так, это порталы, короче, я пометил вам. Так, теперь по кубам. Тут же все то же самое, как и в обычке, кубы тыкать. Ничего сложного. Ну, добавляется куча способностей. Ну, там с гитаристами тыкать аккуратно нужно, а то можно отлететь. Да. Бонд грипнем оба. Не надо его гриппать вообще. Ну, шот не сразу. Так, смотрите. Значит, две фазы. Первая фаза, мы сразу максимально даем бусты. Фулл ДПС босса. Там, ну, по таймеру увидите, там, когда там начинается бой, сразу хаспот и гриппот и пейте. Геру сдали, потом после геры хаспот откатились, ваши пропили еще раз. Там, на максимально бустануть босса. 104 ляма, нихуя себе, блядь. Так, дальше. По этим самым. Видите, такие вот метки поставил? Печенька, челеп и квадрат. Крусы. Значит, смотрите, с квадратика появляются архидемоны. Насколько помню, они кидают что-то в болты. И кидают проклятие, которое нужно диспелить. Вот. Диспелит у нас, соответственно, маги и друиды. Этим занимаетесь. Заливаем их по одному. Дон там тоже помогает их забирать на себя, потому что я соло их не вытянчу. Они выходят, по-моему, 3 или 4 штуки будут, я не помню. Буду стараться метки ставить. Метку череп первую я заберу, Дон ты остальных там вместе с другим танком позабираете, если что. И не забывайте, потом по танкам еще у нас будет вешаться дебаф, вас откидывать будет. В этот момент сразу второй танк перетаунчивают. Дебаф что делает? Режет вам броню на 100% и висит там 30 секунд. Дебаф, да, 30 секунд, и каждый, если говорят, что по каждой 15 секунд, значит, надо еще одного танка. Ну, потестим сейчас, посмотрим, что получится. Кого перетаунчивает? С боссом. Именно босс вам будет вешать дебафы. Дальше. Еще с квадратика по трэшу мы определились. Так, по черепу. С черепа выходит самый опасный трэш. Гитаристы. Их 4 штуки. Первого гитариста, надо их, короче, паладины, вы будете по КД их ферять. Первого гитариста фиряют Дава и Шова. Второй секси-тролль. Они по очереди выходят.
с промежутками 5 секунд, 2-3 секунды. Так, и давай флешинг, ты третьего. Четвертого я на себя заберу. Буду подальше трейда танчить. В них играет в основном рейндж кэмп. Мелики, вы будете только бить только зафиренных мобов. Все. Если моб, ну, моб просверяться очень часто будет, поэтому по ретрике вы нон-стопом кастите, не останавливайтесь. С метки трусов выходят беса. Значит, тут сразу танк стоит какой-нибудь. Ханты, вы маснопулом давайте. Самое идеальное, чтобы плоди тут танчил. Вот. Паладин просто лужу свою разливает, и моб бы стакаются возле него. Как только приходит последний бес, весь урон ауешный дается бесов. По станам. Смотрите, когда у беса становится меньше 20%, он кастует свой взрыв. Поэтому нужно распределить три стана нам. Первый стан, например, дам я. Второй стан от ретрика Секси Тролль. Третий стан от Шовы. Никто станы так просто не дает, потому что мобы будут демилинишинг и будет вайп. Еще раз, первый стан даю я, второй секси, третий шоу. Порталы эти открываются рандомно. То есть, когда начинаются кубы, босс своим пушечкой пизданет там по одному порталу, и с этих порталов будет выходить трэш. Поэтому вы увидите. Так, это когда кубы будут нажиматься. По кубам, значит, мне нужно будет 5 кастеров. А именно, это маги и локи, чтобы такие более мобильные. Локи вы можете возле своих кубов поставить сразу свои порталы. Босс будет держаться в центре. Никаких откидываний, ничего не будет. Так, по кубам. Давай, короче, дрищ, крест. Звездочка бафающая. Гудлик, луна, не луна, это кружочек. Зорки, ромб. Суза, луна. У вас будет около 10 секунд, чтобы нажать кубы. Это не как в обычке. В обычке надо быстрее все делать. Тут у вас может есть промежутки 10 минут, чтобы успеть прожимать кубы. Вам сейчас основная задача просто активировать 5 лучей и отпустить. Урон входящий не увеличен, поэтому нет смысла держать 5 кубов по КД. Так, дальше. Фаза номер 2, когда начинается фаза 2, на 50% вы идете к выходу. Все идете к выходу, разливаются лужи, после того, как лужи разлились, то увидите такие большие лужицы, сразу держат рейндж друг от друга, чтобы в общей луже не стоять. Ну и, соответственно, будет прилетать небольшой АВЕ урон. Все, вся механика. Сейчас давайте попробуем, посмотрим. Кёрт, там еще кое-что. Там же лужи кидаются в рандомных людей на первой фазе и на второй, поэтому просто так на платформах да, не закроетесь. Вы видите лужи, да, не, тоже на этих самых на платформах не. Ну, по команде подходите, платформу, если что. А еще гитаристы, помнишь, выбирают какого-то из рейда, на нем вешается такая хуйня, и они за ним бегают. Они там не особо таунтятся. Не, они не контролируются. Станы можно давать там. Я стану буду давать, поэтому я тебя повесил. Еще забыл сказать, кастеры и хилы. На вас будут вешаться периодически метка печать Материдона. Что она делает? То есть вы когда кастуете, можете спокойно кастовать. Когда остается 1 секунда до каста, до окончания дебафа, вы прекращаете кастовать. Ибо вам влетит урон. Она сжигает, по-моему. Нет, она не сжигает маму. Она получается это самое. Как его? Она шотает, если у тебя много маны, здесь шот. Блядь, кто пульнул? Демон. Баф еще пульнул. Донт, мы в тебя верим. Помогите. А, самое главное, на второй фазе в луже такие не заходите, которые на месте портала, потом вы улетите в контроль. Вы да, вот эти лужи. Какие банки пить хилам и... ДД, пейте, тут саппорт не нужен. Тут урон нужен. Хилам тоже на СПД купить, да? Да. Так, в гере мобы жесткие, так что сейчас будем отыгрывать. У нас 3 ДКшки есть, поэтому у нас будут трое бомжей. Я вот немного не понял, мы будем играть в босса или мы будем сливать трэш по итогу? Нет, приоритет трэш в любом случае. Потом босс. Ну трэш, он, смотри как, сначала дается герам, и все бусты сливаем босса. Босс вызывает трэш раз в минуту, по-моему, если не ошибаюсь. Так, вот, если там ничего не это самое, не пофиксим. Раз в минуту, чтобы залить трэш. Так, лестница Донта. Босс танчится в центре. Смотри, еще Донт такой момент. Ты когда, допустим, будешь танчить его, ты когда тебя откидывает, ты сразу отлетаешь, в этот момент оптик должен там, чтобы босс не дергался с места, сразу стоял на месте, чтобы мирики тоже не бегали, не теряли ДПС. Вот.
будут лужицы там периодически появляться, вы сразу с этих луж убегаете. Тик увеличили на одну секунду. Раньше она раз в 2 секунды тикала, а сейчас она раз в секунду тикает. Поэтому очень смотрите аккуратно. Давайте по сбиваниям кастов. Так, сбиваем, наверное, лучше шадов болты, они очень будут прилетать по рейду. По возможности сбивайте от хилки. Я буду сбивать черепу. Донт крестику. Так, оптикс, ты держи на себе, давай квадратик. Вот я метку поставил. Так, Абула, ты сидишь на луне. Хрипаты на крестике. Ой, не на крестике, на печеньке. Все, поняли, да? Еще раз, я череп, донт крест сбивать могу. Оптикс, квадрат, на себя держишь. И давай дедбищ сядешь на квадратик, взбиваешь ему косты. Луну у нас Абула, печенька с хрипата. Все. Можете фрустойки включить, чтобы вас не пробивать. Если будет сильно пробивать, фрустойки врубите. Там вас должно захилить. Рыбавчик. Все, давайте стакайтесь, кушайтесь рыбу и поехали. Чипы, ебать, что там живешь? Тебя ебать не должно. По факту. Тебе покажи ему, как ты жопу вытираешь. Да вот он там, блядь. Точит свои когти. А сколько на бурака хп, кстати? Тоже это посылка, да? Нет, ты чё, какой там? 39 или 40, что такое? Блядь, ну, пипец у него, блядь, тут хп, ебанутся. Он типа, он, блядь, у него, считай, 50 миллионов, потому что у него пол хп, а фк будет, блядь. Ой, блядь. Ну, ок. 50 лямов слетим, ну, тоже так дохуя надо, блядь. Это еще плюс трэш. А трэш, когда с минуты резается, блядь, это, ну, очень дохуя, ребята. Дайте пистолет. А где я на кружочке стою? Блять, гудлик, я тебе сейчас нахуй хп дам, ну. Блядь, я назначал, кто, блядь, на кубах стоит. Ладно, пол. Че, не спульте, там дубаем пол, а зачем вам дубаем пол, если все равно трэш будем бить сейчас? Ну, блядь, ладно. Ну, в принципе, по трэшу вы можете, в принципе, дать это самое. ЧП и оптик, чего вам не хватает? Так чё, блядь, на рейде не фасок, не масел нет? ЧП, касанька. Фаски припейте, ребят. Алло. Секси шоу, блядь. Эллер, а Эллер по фаске, Гудлик, Дэдбич. У меня, сейчас я перепью, у меня другие фаски были. Чё-то тебя наёбывает, это дом у нас пропитывал всех. Не пизди. У всех? У Шоу нету. А, ну Шоу, а ну и сапнул. За химию, блядь. Это Шоу, блядь. Чтобы эти бедолаги, блядь, продавали ОД своё, блядь, и фласки покупали, а не в рейде клянчили, нахуй. Вов, чё за рука фласка? Возьми нормальную фаску, там, не знаю, СПДшную, ты ж магии там хуяришь, там. Да, она ничего не дает, лучше хп вылечить. Да бич, где твоя фаска? Блядь, сейчас я прочеку вас шмасло еще. Все, ГП, блядь, давай ГП. Ну гильдия не снабжает. Пич нахуй, сука, где фаска, блядь? Выпейте фаски, ну. Гудли, где фаска? Кого? У меня все есть. Где? Так, короче, тут бич на замену пошел. Не знаю, фкашишь, наверное. Так, сейчас я возьму дальше. Опа, на. Ты к Долоране настрелял возле колодца, напросил, блядь. Ласка. Долага. Походу, он во втором окне просто в Долоране стоит, да, и халду. Сбишь ты тут или нет? В присутствии. Он специально не жмет, блядь. Так, кто у нас там еще остался? Желательно мне нужен, наверное, ДК какой-нибудь, чтобы полвешки были. Так. Давай вон дозалетай в рейд. Он уснул, мне кажется. Не похер, а сорты до полдвенадцатого. Да, не усну, я тут сейчас. Вот бы шоу. В смысле нужен? Давай, принимай пассию. Вон, да. Я подключился к рабочему компу и сидел, делал работу, слушая вас. Сейчас захожу в игру, уже гружусь. Да, ну, красава. Гадя, можешь картофель на голове подключиться, что-нибудь сделать с ним? Нет, не сейчас Дэдбич вылетит с инстаграм за своим. А слишком полченки много. Дэдбич,
А чё ты, чё ты нахуй это самое, ну... Фласку пропей, пожалуйста, он пока на замену. Всё, маслом намажьте. И скинь фотку. Всё, давай, скачем. А Оптикс чё? Оптикс... А он в танке там. Еще не вылетел. Все, все готовы? Давайте по ДБМ. Это потом дам. Готовьте хаскоты и грипоты свои. 4, 3, дальше очень жестко, 2, сразу говорю. 1. Поехали. Это самый... не спойте эту хуйню. Дай бомжей хрипят сейчас. Косты, косты режем, не забывайте. В принципе, шадов болты вообще не дамажат. Давайте избивать от хилки только, значит. От хилки сбиваем только и все. Исцеление. Шадов болтами не пьет. Вообще какую-то пеню финансирую. 1600. Короче, исцеление давайте, короче. Сами забивайте. Черепок играйте. Так на трэше даже они понятны, блядь. Шадов болты. Пипец. Который мы пиздили вначале. Я помню, они это самое, не на экстрипу не дамажили так. Дали про пиздец на маму. Донт вызвал бомжей? Да. Череп, доиграйте. Все, давайте с ним добивайте. Быстрее, ребята, больше и больше DPS. Активация до босса УПО показывает? Нет. Бейте квадратик. Быстрее убейте. Так, я сейчас поможет разбираться, да. Печеньку мы все заберу. Куда типа там луну добейте. Исцеление, только исцеление, ребята, помогайте исцеление сбивать. Слышно, не? Да. Просто чтобы уточнить, когда выходят гитаристы, первого ты забираешь? Нет, я же не знаю, что вы что. Я последнего забираю. А, ты последнего? Есть. Угу. Да, очень долго будет тоже. Танки, заберите с неверлайна. Там скоро босс активируется. И этот трэш будет каждый раз? Нет, он пропадет, его можно... Расферять его. Бейте босса, Геру дали. Геру, Геру, Геру. Расферяйте трэш просто. Либо он забери. Он забрал босса. Все. Топим по боссу. Любой ДК вызовите бомжей, пусть там бомжи выпинают. Чтобы не трекается на них. Служи, выходим, ребят. Да, сокрушительный оптик забрал. Бьет. Что? Он вообще не больно бьет. 3 хп. Да. Ну а дебаф посмотри. После дебафа, скорее всего, больно будет. Ну, посмотрим сейчас. А, да, сейчас 33. 48 под дебафом получил. Вот, слушай, ты можешь. Смотри, ты можешь. Ты можешь ретаун сделать. Это соло танчится. Делай ретаун сейчас, чтобы опять закрыть. Кушать, ну да, локти сплетал. Все, так вот делайте, короче, можно за танка. Просто если ты будешь танчить фул, у тебя счет просто. Ну, попробовать можно, в принципе, потом. Если что, там соло потанчишь, мы сейчас пойдем. Он на экстриму соло. ЧП, Бэр. Я дал, Бэр. Так, гиты, кто там у нас? Бесы нормально. Невер на пул, на трусы, дай. Да, здесь вот в этом варенье меня находится. Кубы, прожали, пожалуйста. Да кто фут? Кубы, кубы. На звезду нажмите ее. Все, опусти. Все, есть? Все нормально. Пока не это самое. Никто не идет. На пул дайте по мне, пожалуйста. Репав по ДК дайте. Потрошу на пул дали. Оптикс, забирай с оптикс. Тролль, не надо их сверить. Так, сейчас, сейчас я отведу его. Идите тоже заливайте, все потрошу дали ТПС. По станам я скажу, когда сейчас давай ставлю. Первый даю стан. А так по очереди. Второй стан. По команде третий готовьте. Третий.
Все, добивайте точно. Быстрее добивайте. Еще один моб сейчас взорвется, блять. Стан дайте какой-нибудь. Бля, не шотает ничего. Прикольно бьет, 10 тысяч. Не сильно бьет. Они раньше шотали, бля. Босса. Бьем. Я буду отлетать. Оптик зон забери. Я уже понял. Лужек не стоим. После стан не выкинул? Кубы нажать. Кубы. Сейчас эти демоны будут выходить, она будет помощь. Пока играйте по боссу. Отпустили кубы, избили каз, отпустили. Все. Так, сорвы болты тут взял. Череп осталось, что ли? Я думал, они сразу все выходят. Нет, не подумал. Свечитесь в черепок, как ты набил. Невер, следующую напуль на меня, пожалуйста. Так, 4 штуки, значит, уходит. Опа. Блять, двух танка сложило, понял. Сейчас я заберу босса. Еще пошу, один демон вышел. 4, да? 3, значит, 4 моба. Нормально, в принципе, взрывается. Все. Короче, надо с танками сейчас разобраться. Чтобы он дышит 70. Да, 70. Надо, чтобы один отлетал, а второй типа. Да. Меня сейчас стычки ударило на 50. У меня 54. Чего за 6? Это магия или физурон? Посмотри. Это физурон, ближний бой. Это как бафом. Смотри, надо таймер посмотреть, как называется у нас, вспышка или сокрушительный удар. Когда остается один... Смотри, Дон, смотри, давай сделаем так. Ты будешь летать, а оптик танчусь. Когда остается до сокрушительного удара одна секунда, сделай просто ретаунд. Мы это сразу будет как-то сделали, но нас убивает. Да, просто оно не в одну секунду там как-то рандомно пахает. Ну, постарайтесь, это самое. Тогда щиток по КД на Донта вешайте перед этим самым. Постарайтесь ДЦ. Я в прошлый раз он по мне ударил 64 с ближнего боя, я умер. Да, второй раунд сделал. У тебя в принципе столько нет. Есть такое. Ну сейчас смотри, сейчас еда по КД тогда кидаю щиток на Донта. Донт есть жир вбиться, еще больше хп набить себе. А ты, у тебя фласка БКшная на хп есть? Я с ней. А, смотри. Первый раз я был на 100% хп, и мне ударило 62 700, а в 521 мне бы еще ударило, если бы у меня было бы хп. То есть у меня со 100% хп. Донт, слетай, сбей таланты. У тебя же вот этот ублюдский ГДК, да? Который без воли мертвых. Уродский ДК. А у нас у шаманов какого-нибудь. А ДТМ стоит? Вот именно, если ты делаешь гибрида с воли мертвых, то будет четко. Да, здесь воля мертвых нужна, согласен. Звоните дрыщак. Что там воля мертвых дает? 15% урона минус. А, ну да. Если тебя шотает. Так, если в результате почему. Так, блин, если это шот, то не пасет это. Не, не пасет. Он мне тычку сделает на 15% меньше. Ну, типа, если бы в результате этого удара у тебя ниже 35% оставилось, этот удар уже снижен на 15%. Да. А, так. То есть оно заранее. Я понял. Хорошо, там ты теперь делал спек, сейчас будем еще раз пинать его. Ну, сока первый трай 20%, нам еще столько же, считаю, снять бывает сока 20%. Его изи проходить, только танком выживать это надо и все. Ну, это еще пока хитрисы не вышли. Могу спросить, вот в конце трэш вышел, это кто? Что за трэш? Это бесы, их нужно сбивать каст, когда у них остается 20% хп. Не, он имел в виду последние, вторые. Это были эти темные демоны? Да, темные. Которые раскидывают шадоу болты с залп. И дебаф вешают в курсе. Вот, они не опасны, они по сути только навешивают проклятие, которое здесь палится. И шадоболты, которые бьются там, ну, мало. Ну, очень. Знаешь, типа. А сколько они дамажат? Ну, они вроде дамажат немного, но, блин, с каждым убитым остальные получают баф. А, по 10к, по-моему. Нет. Слайд, успокойся. Вот это уже типа становится опасно. А, 280. Ну, я кикал вот эту хуйню демоном вот этим, которые выходили. Я вот сел на череп и сразу кикал ему.
Ты можешь там 4 моба. Так. Короче, будет тоже. Дон, еще внимательно смотри, чтобы на тебе эти 5% урона висели. А там та самая, я не помню, где демона не кастуют те же доболты или нет? Кастуют. А, значит, можно кастуют сбросить, да. Все. По возможности, ребята, товарищи милики именно сбрать и кастуют. Дон, ты переделал спек? Да-да-да. Давай, я че. Подожди, какой пол? А, карася. Какого карася? Рыбу. Рыбу. Ну, да, поставь, пожалуйста. Чего носки ест, блядь, караси, нахуй? Кушайся рыбку. Абула, заткнись. Опа, ГП. Действительно. Вот это сейчас, да, похоже на ГП было. Шелковая жопа? А, Абула, а у тебя есть этот рост ДКшка? А, гибрид. Нет, я правда, да. Товарищи маги, если вы диспелить не будете, мы в следующем трое, я вам ГП дам. Смотри, он что, будет... Что диспелить? Проклятие. Он будет... Оно синенькое. Только если мне камни перейдут. Чего? Оно синенькое. Да, нет, это проклятие. Имеется в виду, когда... Знаю, мне не подсвечивается фиолетово. Я попробую здесь. Выходят, они кидают проклятие. Вот диспелил только один Диана. И Эльер, все. И Гурик. Вместо того, чтобы хилить это самое... Прохилителей. Когда мы начали диспелить, начали падать. Че пока стану? Давайте, че на... Забиваем. Иди забирай босса первый. Я перед костом поймаю на себя дебаф. Все, давайте добьем. Так, все то же самое по меткам. Сбивайте только хилки сбивайте, ребята, только хилки. Чтобы да, ну, много. Все, поехали. Забиваем Q. Давайте. Двухминутные бустики можете сдать. Там уже откатились у вас. Что-то залп вообще не бьет. Ну вообще не сбивайте залп вообще. Сбивайте только отхилку. Значит, ты и то успеваешь. Ну я не успеваю, мне как раз 12 секунд. Ты не бьешь. 12 секунд. Все, пацаны, отбивайте. Бейте приоритет этих черт боссов. Гурлика сейчас шотнут. Да не правда. Все, давайте, тут осталось два моба. Крест остался еще один. Ребята, крестик сейчас еще, возможно, нормально пульнем сейчас. С ласками. Показывает сколько тайминг до активации босса? Нет. Активация босса 17 секунд, есть у ЧП, спасибо ЧП. Скажешь, когда 5 секунд будет? Быстренько череп залейте, череп. Быстрее. 4, 3, 2. Хаспоты. Блять, уже поздно, ладно. Геру дали фул ДПС босса. Пружинки все сдали. Максимум ДПС дали. Сандер на стаку, там обнуляйся, Сандер. Рокси. Потому что ты. Рокси, ты ж профессионал. Да. Там его бесполезно, значит. Сейчас припадем. Смеяться. Пока это самое может сам. Пока не опасная фаза. Ты смотри, да, как он, блядь, ворот защищает. Ну, дохните. Смотри, сейчас расколотый доспех. Как называется она? Сокрушительный удар, да? Ага, все, понял. Печать Мультидона, смотрите внимательно за печать Мультидона, ребят.
Готовимся скоро по кубам будет становиться. Пока топите по боссу. Добрал. Донт, на тебя дебаф? Донт жестче прохиливается, жестко очень. Вообще, попробуй забрать ритам там потом. Сейчас ты летаешь. Давай. Что так вот. Донт, я сейчас. Так, кто там у нас? По кубам. Кубы. Нажать. Так, у нас демоны эти, которые здесь палят. Нужны зорки и сузы, которые здесь палят. Там ромбик никто не нажал. Тут тайм сбивается. В смысле ромбик никто не нажал? Нажали же. Нажали его. Просто в сервис нажали. Давай пробуем забить. Чё, своди поди? Бейте трэш пока, потихонечку. Ханты мастерку дайте меня, сейчас еще один выйдет, я поставлю. Своди босса под этих. Сейчас. Я на кресте косил кикать. Хорошо. Давайте, трэш еще один там выйдет. На ромбик сядьте кто-нибудь покикать косы. Ресаю. Так, я больше на следующем траве, если пойдем в 3-то денешь. Добили трэш, ребята, играем по трэшу. Быстрее каст кикаем. Больше в трэш играем. Скоро каст. Готовьтесь по кубам. Нажали кубы быстрее. Добили трэш, нажали кубы. Там бесы выходят. Я вижу. Так, удачи на бесы мне. Пока бейте. Да, чипы ресы. Пока бьем босса. Босса пока только бьем и все. Больше ничего не делаем. Скажу, когда свечу сотрю. Сейчас я их настакаю. По идее, иннер дайте. По идеальному иннер дайте, пожалуйста. Еда, иннер. Все. То самое. Вот трэш. Трэш бьем. По самым готовьте станы, давайте скажу когда. Не раз это самое, сделать так, чтобы не в кучу одну стояли. Ну, блядь, встаньте в одну точку. Даю стан первый. Донт убил. По донту Б. Второй стан. По донту Б. Дайте кто-нибудь. Сразу забафнуть. Донту баф, дали фул баф, каску, 300 баф. Я хп дал. Давай, Донт, я тебе баф. Норм, дамажу по боссу. Давайте еще, блядь, 20% осталось у себя. СС кинь на баф еще СС на Донта. Опять взяли бесы. По кубам стали. Не понял. Ханты дайте на меня на пол. Все норм, я потом. Отпускать? Да. Отпускайте, ребята, отпускайте, это меня нужно держать вот до конца. Бьем пока босса, никаких бафов. Мас на пол ханты дай, пожалуйста. Кашки можете кинуть свою лужу, тоже помочь мне по их свести в кучу и тамчить их. С лужи аккуратненько выходим. Лужа вообще не дамажит почти. Но неприятно все равно. Сакаемся в кучу. Пока не бьем трэш, ребята, я же говорю, не бейте трэш, блин. Сейчас они присосались. Все, заливайте трэш. Последний моб вышел. По станам готовьтесь, я скажу, когда вас там. Я так понял, Донт, каждые 15 секунд она обновляется, да, я вижу. Всё, тихо, не флудите, ребят, не флудим. Даю стан, первый дал, пусть я пока покурит. Второй стан. Третий стан, быстрее. Оптикс АБР. Оптикс АБР. Игорь, давай. Ой, Донт, давай. Сейчас тут нам 9% осталось перевести, и босс упадет. Да, уже после фазы. Да, ему тоже. Тон, давай себе. Так, скерли. Он вроде бы. Кубы нажать. Кубы. Быстрее печеньку нажмите. Все, отлично. Опускайте. Дон, забери босса, попробуй сейчас танчить соло его. Я заберу этих демонов. Дон-то сложил. Ладно, танчу пока. Примите. Либо вдайте. Дайте, может, СС по танкам. Давайте босса переведем, потом тоже забираем. Бейте босса. Приставав, блядь, дайте. Шура.
Дом, помоги пособирать трэш сейчас. А, вижу. Я хочу. Я баф. 300 баф, дайте на хп. Босса перебудите. 300 баф. Войд, помоги с декурсом, стахи выходи. Забрал. Войд упал. Давайте, 1% ребят осталось, привезли. Все, Дон, заберите себя. Да бомжей, вызовите ДК бомжей, к выходу все, к выходу, фаза номер 2. Быстрее. Смотрите, сейчас кровь будут кидать, в нее нельзя вставать, будет контроль. Там кровь на месте порталов только. Все, выходите оттуда, рассасывайтесь. Дайте ребаф. Какого тебе бафа не хватает? Вообще никакого. У меня одна катка висит. Ребафа, я тебе нормально танчу. Так, товарищи присти, почему вы, блядь, пристабаф не даете? Да он давал пристабаф, просто Дон почему-то висит. Все висит, у него отображение сломалось. А сейчас он просто уже умер и заново встал, вот. Так, короче, надо сейчас СС распределить адекватно. Блядь, давай попробую сейчас я по себе Дон потанчить. Давайте. А вы легли? Да, а? Ну, перевели на вторую фазу. Это что, Дон, он стал немного лучше, Дон, да? После этого. Пожалуйста, поставь себе бонус. Спасибо. Ты не нужен. Да, как я